Друзья мои, пошел, по-моему, пятый день нашего нахождения на этом чудном побережье. По телевизору показывают один и тот же канал. Сейчас сделаю погромче. Очень долгий фильм. Кушаем морковку. И наслаждаемся морским воздухом. Perdone. Hola. Buenos días. Pescas tenemos? Poquito. Pequeño. Oh. Да уж. Muchas gracias. Vale. Hasta luego. Вот кого интересовал вопрос, как же они оттуда вылазят, вот примерно так, за счет волны. Оп, не успел. Обратно. Так, все, вылезли. Представляете, какие малыши? Вот это да. Thank you.
так как здесь снега практически не бывает, лыжи изнашиваются очень быстро. Народ просыпается потихонечку. Мне кажется, эту палатку сдают. Потому что постоянно, каждый раз, новые посетители, новые отдыхающие. Одну ночь одни, другую ночь другие. Клево. Я где-то видел, что палатки сдаются где-то примерно за 20 евро в сутки. Вот такие цены. Друзья мои, место просто замечательное. Вот смотрите. Вот это океан. Из окна машины. А вот это Дейли. Вот уже сколько народа было. Пятый день нашего пребывания. Пятый день? Ну, пятый день пребывания в этом прекрасном местечке. Сейчас мы находимся в аутентичном кафе. Здесь очень много местных. Мы сейчас будем пить кофе. Кофе называется Барракито. Здесь все едят что-то типа хвороста, не знаю, как это называется, но поголовно все. И мы не знаем, как назвать это блюдо, но сейчас попробуем выкрутиться. Что это блюдо, называется чурос. Сейчас мы его заказали все-таки, сейчас его нам принесут. Мы его пробуем. Нам принесли этот чурос. Напоминает какой-то хворост. Здесь очень много народа, очень большая суета, официанты суетятся, сегодня выходной, и место очень популярное здесь, в этом местечке. Вот наш завтрак. Говорят, нужно брать вот этот чурос с шоколадом и макать его, вот эту штуку. Дают такую чашечку и макаешь шоколад. Ну, в этот раз мы заказали просто кофе, а в следующий раз закажем и шоколад. Доброе утро и приятного аппетита всем! Рыбаки рыбарят. О, какая уточка. Бамбук. Сорвал палку бамбука. И леску прицепил, поплавок, крючок, грузило, все как положено. И уже удочка готова. Никаких дополнительных средств. Надежная. И не сломается. На воде его похож. Сейчас мы пойдем на мотогонки.
погонять на мотоцикле. Здорово. Ну, а мне больше нравится музыка. Особенно барабаны. Я вот такой злокмачный. Вот так вот выглядит туалет в кемпинге. Вот тут можно стирать одежду. Тут мыть посуду. Здесь мужской туалет. Здесь мыть ноги, скорее всего, можно. Вот такие душевые кабинки со стульчиком. Раковины с мылом. Я вот такой злохмаченный. Писсуары. Ну, так как мы в мужском туалете. Здесь что-то такое интересное. Туалет. Вот так вот примерно. Курить нельзя. Выглядит. Стоит датчики, когда заходишь, свет включается. Когда выходишь, не шевелишься, свет выключается. Там женская. Чистые, свежие, помытые. Честно говоря, вода здесь бодрящая, но принять хороший душ, это просто супер. Начинаешь чувствовать себя совершенно по-другому. Друзья мои, вот и пришли минуты расставания с этим прекрасным, удивительным местом. Пунта де Идальго. С этим маяком 50-метровым Эль Фаро. И, как всегда, немножко грустно. Но море сделало мне небольшой подарок. Мне всегда было интересно увидеть португальский кораблик. Это медуза, щупальца у которой достигают 40 метров. И сейчас я вам хочу показать это чудо. Вот, друзья мои, вот это чудо. Португальский кораблик. Вот эта верхняя часть плавает. Это даже не медуза. Это вот такая сущность. Обрызгала ноги. Смотрите, она еще живая вроде бы даже. Во всяком случае,
происходит с ней. Будьте аккуратны и крайне осторожны.